писатели, которые помогут нам подняться со дна. Я ни за что не продам издательство. Может, мертвые писатели. Мы могли бы воскресить их. Может, Харри Шоу? Правда, он пока живой. Серьезно? А я думала, он умер давно. Давай просмотрим его контракт. Обалдеть. Скажи, что глаза мне не врут. Ого. Его выперли из Ирландии за нарушение правопорядка. Он стрелял своего последнего ассистента, приняв его за медведя. О, мы не медведи. Не медведи. Я не верю это в это. Знаешь, реально? Это чушь какая-то. Валите. Я Люси Стэнбридж, глава издательства. Вы ни хрена не получите от меня. Напротив. У вас есть какие-то рукописи? В контракте написано, либо проводите тур, либо я редактирую книгу. Только тур. А включить в мой райдер можешь Джонни Уокер, Блэк Лейбл, белые сигары и арахис. Так волнительно. Это книжный тур. Я должен что-то прочитать. Это херня. Харрис, это критик из Таймс. Ненавижу говнокритиков. Вы все черня! Ироничный писатель, которому вы обязаны успехом, теперь обанкротит вас. Идем! Не понимаю. Хипстерам должны нравиться старые вещи. Криповые истории, коммунизм. Почему книга не продается? Мы еще не достигли точки кипения. Моя точка кипения давно пройдена. Искусство — это не пропаганда. Это проводник правды. Ваши слова. Никогда не бойся ставить перед собой великие цели. Например, сейчас я покурю и отолью одновременно. Он просто кладезь вселенской мудрости. Виски есть, ума не надо. Ролевая игра, и я буду ведущей. Что вас вдохновило на эту книгу? Мне все равно нефига было делать. Все, зрители переключились. Ты окончательно утянешь издательство ко дну. Вот черт, ты сдурела. Я знаю. Теперь это официально бестселлер. Жаль, я не успел сжечь рукопись. А ты чего пялишься? Я хотя бы сам все написал.